Я к вам сегодня с рецептом необычного печенья со вкусом мороженого. Готовим муку, добавляем щепотку соли и сливочное масло. Хорошенько все перетираем. Наше тесто хорошо вымешиваем. Вот такое тесто у нас получается. Немного раскатали на полосочки. Нарезаем это все на равные квадраты. Вот таким вот образом делаем кружочки. Берем наш шарик, раскатываем его. Крем неполная столовая ложка. Выкладываем. Залепляем как чебуреки. Берем пальчиком, делаем, поворачиваем. Должно получиться вот так. Всю эту нашу красоту отправляем в духовку на 10 минут на 180 градусов. Вот такие невероятно красивые получились ракушки. Я посыпала еще сверху сахарной пудрой. Пробуем. Это реально вкус мороженого. Обязательно сохрани этот рецепт и не забудь поделиться с подружкой.